нам приехал товарищ на таком замечательном красном стелсе. Поставил он сзади редукторник на 500 ватт и говорит, что до 40 на нем разгоняется. Батарейка 20 ампер часов. Такие сумочки можно сшить и под аккумулятор, и под все провода, и под все что угодно. Смотрите, как здорово сделано на фастексах. То есть можно быстро снимать. В общем, мощный мотор, но стартует он не очень резво, потому что колеса огромные, резина огромная, тяжело ему стартовать. А вот едет по прямой резво, прикольно. Сколько здесь? А, 42, да, вольта? 42 вольта аккумулятор литиевый. 13S 4P. Из каких ячеек? 21700. Из 21700 ячеек. Понятно. В общем, вот такая вот машина будет кататься по нашему городу теперь.